Срочные новости приходят из Московской области. Неизвестный с автоматом ворвался в управу подмосковного города Красногорск и открыл стрельбу по сотрудникам, после чего скрылся на автомобиле. Сообщается, что жертвами нападения стали первый заместитель главы города Юрий Караулов и руководитель красногорских электросетей Георгий Котляренко. По предварительной информации, в преступлении подозревается местный предприниматель, который занимался строительством. Однако официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Для поимки преступника введен план «Сирена». Мы следим за развитием событий.